Всем привет. Что-то мне сегодня не спится. Проснулся, решил зайти поролить. Такое чувство, что нам сейчас что-то топовое упадет. Но это не точно. У нас там есть с акцией. Смена талантов. Как обычно, сейчас на стрелке попробуем что-то выролить. Вдруг упадет воодушевление. Не зря у меня сон пропал. Так, где там наш с каменкой стрелок? 216 попыток. Ну что, поехали. Посмотрим, сколько нам сегодня пятерок упадет. Так, первое воодушевление, это уже хорошо. Четвертый гнев, это еще лучше. Но это нам все не надо. Вот он, бог войны. Как обычно, трешачок мы его сливаем. Один талантик, пятерка у нас есть. Бог войны, четверочка. Не то, дай воодушевление. Ну, гони сюда. Пятерки, где пятерки? Раз, два, три, раз, два. Стойкость, два талантика. Ожог. Просто имбовый талант. Три таланта. Ну. Ну. Дай воодушевление. Сука, я просто бух ролла. Ебай-бия. Ха. Не зря я проснулся, ребята. Вот он, топовый, топовый роллинг. Просто, просто имбище. Я даже не знаю. Ну, вам просто не передать, насколько я хотел еще одно воодушевление. И мы сегодня трешанем. Мы сегодня качнем героя. Правда, я пока в раздумьях, кого. Либо тыковку. Поменяем ей замедление. Вот эту на воодушевление потестируем. Либо. Возможно, поменяем Бигфута. Попробуем на нем. Как оно будет работать. В принципе, больше с автопрокеров таких никого нет. Кто тут у нас еще такое интересное есть? Варлок. Можно и Варлока попробовать. Поставить его на защиту на битву гильдии. Для полного трэша. Так, кто у нас тут еще есть? Так, Варлок. Правда, у него кулдаун 7 секунд. Там, в принципе, рун хватит точно так же и у хранителя. Можно ставить рунами. Так, Варлок раз. Можно на Фрэнке попробовать, но я не особо хочу его вкачивать. Ему каменка неплохо заходит. Ну, так, кто еще у нас? Тыковка. Да и в принципе, походу, все. Можно попробовать Некроса как вариант. Но мы попробуем либо тыковку, либо Некроса. Пишите в комментариях, какого героя вы хотите, чтобы я сделал, и мы вечером обязательно это сделаем и прокачаем. Все, на этом, в принципе, наш ролик закончен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.